Россияне все чаще забывают оплачивать кредиты. Количество займов, по которым люди не осуществили ни одного платежа, составляет 660 тысяч, пишет российская газета. Такие данные издание привели в Национальном бюро кредитных историй. Там добавили, что в первом квартале 2013 года число таких кредитов выросло почти на 15%. Однако эксперты не думают, что это может привести к повышению процентов по займам.